вас возникает приятное ощущение. И вы говорите: «Я это обожаю». Поместим это в коробку с любимым. И навсегда кладет это в коробку с любимым. Вы ощущаете что-то неприятное и говорите: «Ненавижу это». Поместим в коробку с ненавистным и кладет это туда навсегда. Когда вы любите и ненавидите, тянетесь к чему-то или отвращаетесь, желаете или не желаете, ваша карма растет. Чем сильнее ваши симпатии и антипатии, тем сильнее и болезненнее становится ваша карма. Вам это знакомо? Если у вас есть стойкое чувство симпатии и антипатии, страдания бывают такими же насыщенными. Чем сильнее вы заключены в этих симпатиях и антипатиях, желаниях и нежеланиях, тягах и отвращениях, тем более быстрыми темпами растет карма. Внутри вас выстраиваются механизмы привязки. Если же возникает ощущение, а вы невозмутимы, вы просто переживаете это ощущение таким, как оно есть. Не то чтобы вам это нравилось или не нравилось, а вы просто его проживаете. Потому что когда вам что-то нравится, вы это искажаете. Когда вам что-то не нравится, вы это искажаете. Вы просто ощущаете это на опыте. И тогда вся карма, связанная с подобными ощущениями в прошлом, начнет рушиться внутри вас. Так что если сохранять такое беспристрастное состояние ума, ваша карма начнет разрушаться. Когда же ваш ум бывает беспристрастным? Когда вы принимаете то, что есть здесь и сейчас, ваш ум беспристрастен, не так ли? И нет такого, что вам это нравится или не нравится. Вы все переживаете таким, как оно есть. Вы сказали мне, что пришли сюда, чтобы проживать жизнь, а не искажать ее, или избегать, не уклоняться от жизни, а проживать ее. Если вы хотите проживать жизнь, ваш ум должен быть беспристрастным. Только тогда вы испытаете все таким, как оно есть. Жизнь может быть постоянно самой разной на вкус. Но не будет того, что вам что-то нравится или не нравится. Вы просто наслаждаетесь разными оттенками вкуса и жизненной атмосферы. Вот почему вы здесь. Это так? Вы здесь для того, чтобы впитать и прожить как можно больше жизни до того, как вы упадете замертво.